Чтение, которое мы читаем из Нового Завета. И говорит, Ашня, ваш лишит ли Йохана. Это второе и третье послание Иоанна. Йоханан и Адам Юхан. И мы знаем то, что Иоанн был особенным человеком. כי זה המקור ראשון, הוא בעצם כל מה שראה וספג מישוע, הוא מעביר את זה הלאה. И он был тот, который все, что принимал, воспринимал от Господа, все передавал сразу. ואנחנו רואים שהוא קיבל הרבה מאוד באופן הכתיבה שלו. И он много получил и писал о многом. ואנחנו רואים בכתיבה שלו, יש לו הרבה יחס אישי לאנשים ואהבה. И когда мы читаем Иоанна, мы видим, что он очень личностно относится к людям, потому что личностно переживал что-то от Господа. И некоторые вещи, которые были в Иешуа, проявляются через Иоанна. А это для нас тоже должно быть понятным. Если мы прилепляемся к Машиаху, то качество Мессии, они в нас пребывают подобным же образом. И мы будем сейчас пробегать через послание Иоанна, второе и третье послание Иоанна, и мы будем смотреть, чему Иоанн нас учит. Я читаю первые три стиха. מת הזקן על הגבירה הבחירה ולילדיה אשר אני אוהב באמת ולא רק אני אלא גם כל יודע אמת וזאת הודות לאמת העומדת בקרבנו ואשר תהיה עמנו לעולם חסד ורחמים ושלום יהיו עמנו מת האלוהים אב ומת האדון ישוע משיח בן האב באמת ובאהבה И он пишет, я от старейшины, госпоже, что избрана Богом и ее детям, которых я люблю истинной любовью, не только я один, но и все те, кто узнал истину, потому что истина живет в нас и будет с нами вовеки. Любовь Господа и мир от Господа Бога Отца и любовь Иешуа Машиаха, Сына Отца, всегда будут с нами, если будем жить в истинной любви. А загерет муфнет ле гвера пхира. И здесь... послание обращено к какой-то особенной женщине. Госпожа. И мы, если технически мы смотрим, здесь обращается письмо к какой-то женщине и ее детям. Здесь нету ни имени, нету ни каких-то адресов. И если мы читаем 13 стих, то тебе посылают привет дети твоей сестры, тоже избранницы Божьей. Иоанн описывает что-то вот таким вот литературным языком. אז גם אפשר לראות את זה, גם רוב הפרשנים מדברים על זה שזה מופנה בעצם לקהילה ולמי שנמצא בתוך הקהילה. И некоторые и многие толкователи истолковывают это, что когда здесь говорится госпожа, то это не кто-то женщина, а община Машиаха. וזה גם קלה של ישוע. И таким же образом можно сказать, что это невеста Машиаха. ולפי פסוק 13 אפשר להבין שזה נכתב מקהילה מסוימת בה נמצא עכשיו יוחנן. И можно подумать, что Иоанн находится в одной общине, в одном городе, они пишут в другой город, в какую-то другую общину, и он посылает вот это послание и письмо. Итак, Божья избранница, какая-то община, от нее послание другой Божьей общине. וזה נחמד מאוד, כי אנחנו כקהילה גם כן יכולים ללמוד מזה משהו. И мы как община, значит, тоже можем чего-то выучить вот в этом контексте. אז עוד דבר אני אתעכב על הקהילה, מה זה קהילה בעצם? И поэтому, что такое кигила, что такое община, я немножко загружусь на этой теме. אז קהילה זה משורש קהל. И кигила или община от слова общество происходит. Это не здание, это не что-то с колоколами. И это не только пастор, это группа людей. Это общение людей, группа.
Это группа, которая собирается вместе, чтобы вместе выдерживать какую-то идею. И в еврейском народе слово «общество» или «кегила» — это очень важный аспект. В кегилот иудиот, что обзорот беколе рахве олам, зе ма шехзику там бияхад, ве каха бэмцем сарду. И из-за того, что еврейские общины, рассеянные по всему миру, держались вместе группами, они выжили и прошли через все обстоятельства. Ама иуди бегазе шамар ала зеут шело, ала масорет, ала офи шело. И народ еврейский сохранил свою принадлежность, свою индивидуальность, именно потому что держался обществом отдельным, отдельной группой людей. עכשיו, כשעברנו את יום השואה, הרי יש הרבה מאוד סיפורים שאנשים התאספו ביחד בכל התופת הזה ושמרו וקראו בתנך ועשו חתונות וברית מילה. И сейчас, когда прошли празднования окончания войны и Шоа, катастрофы еврейского народа, есть много свидетельств, что группы людей, собираясь вместе, могли делать вместе обрезания, свадьбы своим национальным образом и таким образом сохранились. И община — это также принадлежность. И вот этот момент принадлежать какой-то группе, обществу, мы должны заценить это как люди, те, которые сейчас находятся здесь. Потому что кигила, общество, это наша духовная семья. И нам не нужно ожидать каких-то войн или погромов для того, чтобы объединяться. Мы можем объединяться на другой основе. И как в каждой семье есть радости, есть проблемы, есть всякие обстоятельства. Но то и хорошо, что семья или общество, соединенное вместе вокруг одной идеи, это живой организм. И важно понять, что община, общество людей, собранных вокруг Иешуа, это некто очень дорог для Господа Бога. И в священных писаниях раз за разом Святой Дух говорит: не оставляйте своего собрания, не оставляйте своей духовной семьи. Также другое место говорит: здорово, благословенно, когда братья, сестры вместе собираются и находятся вместе. И также есть такое четкое обетование: когда вы собираетесь вместе, я буду посреди вас. Я вот это вот хотел подчеркнуть, говоря об общине. И я хочу прочитать еще три стиха из второго послания Иоанна. 3-6. Любовь, шния эля Йоханан, псуким мешалош отчеш. Любовь благодати мира от Бога Отца и Машеха Иешуа, Сына Отца, всегда будут с вами, если будем жить в истине и любви. И я очень обрадовался, когда обнаружил, что среди твоих детей есть такие, кто живет в верности истине, соблюдая заповедь, которую мы получили от Отца. И теперь я прошу тебя, госпожа моя, то, что я пишу, это не новая заповедь, а та, что мы получили изначально. Будем любить друг друга. А любовь значит то, чтобы жить по заповедям Его. Это и есть та заповедь, которую вы услышали изначально и по которой должны жить. Я хотел бы предложить, чтобы каждый мог смотреть в своих собственных писаниях, и тогда вам легче будет следить. Это второе послание Иоанна. Я прочитал 3, 4, 5, 6. И телефоны, пожалуйста, выключите. Окей. Аз катупо амида беэмет веава. И здесь написано, что если мы будем стоять в любви и истине, то есть уважать и любить других людей, то это будет вести к тому, что Бог будет нас благословлять всяким милосердием и добротою. И здесь говорится: я буду благословлять вас особенным миром. И здесь не говорится про то, что будет вот мир подписан в Осло или еще какой-то мир между врагами и друзьями. Здесь говорится о внутреннем состоянии, когда ты внутри чувствуешь мир.
והשלום הזה מודגש במיוחד כשאתה עובד דרך דברים קשים או דברים לא ברורים, יש לך איזה שלום שהוא מן השמיים. Это та вещь, которая обычно не определяется, но она да определяется, когда ты проходишь через разнообразные искушения, обстоятельства, болезни, горе, трудности. Внутри вдруг ты чувствуешь, что-то держит тебя. Это вот этот особенный Божий мир. ותכף אנחנו נדבר על מה זה אמת, על איזה אמת הוא מדבר. И мы через мгновение будем говорить также о той истине, про которую здесь говорит Йоханан. אבל הוא גם אומר שאני לא מביא לקהילה הזאת שום דבר חדש, אני מדבר על המצווה שהייתה מבראשית. И он говорит, я вам, как община людей, не говорю вам ничего нового сейчас. Я вам говорю то же самое, о чем вы слышали от самого начала, от бытия. הוא מדבר על הבסיס ואבן היסוד של כל העם שלנו. И это основание, исход. То, на чем строился наш народ. И если ты чувствуешь себя верующим человеком, это должно быть основанием и содом, основанием твоей жизни. Возьмем для примера 10 заповедей. И некоторые насчитывают в Торе 613 заповедей. И некоторые могут сказать, слишком много, все это не могу исполнять и понимать. Но еще в свое время пояснил эти массу, эту огромную, очень просто. יחסים בין אדם לאלוהים ויחסים בין אדם לאדם. Это отношение между творцом и человеком и творцом и между человеком и человеком. זה מה שיוחנן מלמד אותנו. זה מה שישוע מלמד אותנו. И это то, о чем Йоханан нам говорит, это то же самое, о чем Йешуа без конца говорил. Почитайте Творца и почитайте человека. תתאהב באלוהים שלך. Если ты любишь Бога, תאהב את יתרך. То значит ты должен почитать и уважать любого человека, находящегося вокруг тебя. פה זה מתחיל, פה זה נגמר. И это на самом деле вот все само основание истины. אבל צריך להתעמק בזה ולהשקיע בזה. Но в это нужно пытаться переживать в своих мозгах и оценить. מה שמעבר לזה, עולם רוחני, התקדמות, גדילה, כל זה יתווסף עם הזמן. И если вы только думаете о том, чтобы сразу перейти к духовным измерениям и духовным размышлениям, оно никогда не случится, если вы не будете основаны и стоять в этих двух простых вещах. Люблю Бога, значит, люблю ближнего. זה בעצם המצוות, שום דבר, אהבה ומצוות. И это вот как раз то, о чем и говорится. Любовь и заповеди, вот на этом они все основаны. Шум давар хадаш. Ничего нового. לכל אורך האגרות של יוחנן, גם הראשונה, גם השנייה וגם השלישית, הוא מדבר על מורי שקר ואנטי-משיח. И в трех своих посланиях Иоанн, в первом, во втором и в третьем, он предупреждает, что во все времена присутствуют такие две отрицательные фигуры между нами. Это лжеучителя и антихрист, или противник Мессии. אנחנו מבינים שכבר באותה תקופה היו כאלה. И в те времена уже были такие. אבל גם הכתובים מלמדים אותנו שלקראת אחרית הימים יהיו עוד יותר כאלה. И писания говорят нам, что в дни, в которые мы живем, когда все пророчества начинают интенсивно сбываться, таковых будет намного больше лжеучителей, которые ложь учат людям, и дух антимессии, антихриста. И такие лжеучения будут возникать среди отдельных людей, среди общины. Антимашиах его и рекордный несим. И придет антихрист, и он проявит какие-то чудеса, чтобы привлечь на свою сторону почитателей. В Матфея 24 כתוב שהרבה אנשים יעזבו את האמונה. И в Матфея в 24 главе, что когда эти вещи будут происходить, люди будут оставлять веру, то есть они начнут оставлять общину, веру, они будут просто растворяться в общине. Как זה הגיוני שבנם יכול לעזוב את האלוהים שלו, סתם ככה? Как это можно понять? Что это такое, что человек вот ни с того ни с сего возьмет и оставит свою веру или своего Бога? זה ממש מפחיד. И на самом деле, когда мы читаем такие вещи, это пугает. מעניין אם כל התהליך הזה יתחיל נגיד מחר בצורה אינטנסיבית, כמה מאיתנו יישארו באמת באמונה? И вот я спрашиваю, если вдруг вот такое вот искушение лжеучений антихрист начнется завтра, сколько из нас, сидящих в этой общине, выстоят и вообще останутся в вере?
ובשניה ליוחנן אנחנו ממשיכים פסוק 7-9. И если мы читаем с 7 по 9 стих в этом же послании, пожалуйста, посмотрите, с 7 по 9 стих. Потому что в мир ушло уже много обманщиков. Они не признают, что Иешуа, Мессия, пришел в этот мир, облеченный в плоть. Такой человек обманщик и антихрист. Смотрите за собой. Не погубите того, ради чего мы трудились, но стремитесь получить свою плату сполна. Всякий-то настолько в кавычках продвинут, что уже не держится учение Машиаха, тот без отца находится, а кто держится учение, у того есть и отец, и у того есть сын. У Бога есть великий план. И он хочет, чтобы мы были частью его плана. И у сатана есть план, это тоже большой план. И он хочет, чтобы мы участвовали в его планах. И здесь мы приходим к вот этой развилке, на которой стоит слово «истина». Что же является истиной? Если мы будем стоять в истине Бога, то мы тогда будем своими глазами различать, что зло, а что добро, даже если это зло завуалировано. А если мы не понимаем, что такое истина? И придет кто-то, кто будет делать какие-то знамения, лжеучитель, лжепророк. И он сделает какие-то абракадабры. И сделает какой-то нес. Расскажет нам какую-то историю, в которой будет свой смысл скрыт. То есть опасность, что некоторые возьмут и пойдут за ним. Он сделает какое-то маленькое исцеление показательное. Если мы не стоим в истине и не знаем, что и чему Священное Писание учит, то мы можем быть увлечены за ним, если мы не понимаем те принципы, которые проповедуются в Божьем Слове по-настоящему. И именно поэтому в Писании есть такое указание: стойте в моей истине, там в моем слове. В моем слове. Стойте, это значит, как на страже стоять. И также сказано: молитесь, чтобы вы не были искушены. И подобные слова постоянно повторяются в священных писаниях. Иешуа говорит: молитесь, чтобы не быть вовлечены в искушение. И он не хочет доставать нас своими поучениями, но хочет, чтобы каждый из нас был спасен от зла. И никто не сказал, что будет просто. Очень просто двигаться просто с волною, вот вода, водоворот, и оно тебя увлекает. Цепляться за кочки или коряги намного тяжелее. Но именно поэтому Иешуа и побеждает дьявола во время искушения в пустыне, когда 40 дней был искушаем от сатаны. И враг знает Писание. И он знает его в плане цитат больше, чем каждый из нас. Когда он пришел к Иешуа, он не стал ему читать какие-то вещи из других писаний. Он проповедовал, он пытался его искусить из писания этих. И то, что сатан делает, когда мы начинаем לקרוא, או לא קוראים מספיק, הוא ישתמש בכתובים, ודברים ישמעו לנו הגיוני. Если мы не знаем, что здесь написано, и не понимаем дух Писания, то мы можем быть обмануты. אני אתן דוגמה קטנה מהצבא. Я вам дам такой пример заблуждения, который я сам переживал в свое время, когда служил в армии. בדיוק, פשוט לוחם בצבא, בשביל לנצח, הוא צריך להיות מאומן. Простите, пример военный, чтобы было понятно, что такое. Солдат, который хочет быть нормальным солдатом, должен быть тренирован. И он поэтому проходит очень сложные испытания и тренировки. И таким образом он становится крепче и выносливее. И именно поэтому Бог ожидает от нас, что мы читаем Слово, мы молимся, мы спрашиваем у Него водительства и становимся тренированными. И вера — это когда ты стоишь в чем-то, чего ты не видишь глазами.
Во время Второй мировой войны была такая ситуация между поляками и немцами. Поляки были очень умными. И поляки на самом деле были смелыми людьми. И сказали, вот немцы идут. И они брали мечи. И прыгали на лошадь. И они мчались на поле боя. А что их встретило там? Вы помните, их встретили там танки. Они пошли с мечом и копьем против танков с толстой броней. И они были очень смелы, но не было ничего, что помогло им. Через несколько дней они проиграли, потому что враг пришел готовым. Технологично и военно он был намного более подготовлен. И враг готовит себя. И что сделали поляки? И они просто пили и гуляли, и особенно не тренировались. И когда была настоящая проверка, настоящая, они просто проиграли. Как воины, смелости им было не занимать. Но это не помогло им вообще. И каждому из нас надлежит пройти определенное испытание, определенный экзамен. Через это проходят все, и семьи, и личностные люди, и общины, и группы. Все проходят через определенные экзамены. И там мы испытываемся. И активность – это то, к чему призывает нас Творец. И такие слова, как участвовать, стараться, прилагать усилия, напрягаться – это то, к чему нас постоянно ободряет Священное Писание. А быть пассивным – это то же самое, что быть активным, но не для Бога, а для сатаны. То есть, если ты человек пассивный, и тебя вообще ничего не интересует, и ты ленив, про ленивых много Писания говорит. И сегодня мир изменился сильно из-за всех связей, гаджетов. Человек ставит самого себя в центр. Я. И это очень лжесильное учение, которое отодвигает центральность Бога и центральность Машиаха. И есть такое учение, которое распространено в мире верующих. Ты свободен. Ты сейчас действительно свободный человек. И ты можешь делать все, что угодно, маленькое покаяние, и все будет хорошо. И ничего у тебя не заберет спасение. Ты можешь хоть плеваться в небо, потом покаешься, и все будет нормально. Но в Галатах написана такая фраза. Но там сказано, да, будьте свободными, но в свободе своей не угождайте плоти. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Не угождайте плоти. Элоим натан лану рош. Бог дает нам голову. И внутри головы у каждого есть своя мера мозгов. Он дает нам сердце. А внутри наших сердец обитает Дух Божий. И Бог хочет, чтобы мы использовали эту связку голова-сердце. И когда какие-то учения, которые сейчас через медиа могут выскакивать к нам, каждый момент мы должны их испытывать. Если мы не будем стоять в истине и не понимать Писаний, не будем в них углубляться, изучать, мы не сможем ничего различать. И вот, дети, молодежь, они очень сильно под влиянием всех вот этих
противобожных движений и течений, потому что они в медио и они не стоят в истине. Они учатся немножко о вере дома, немножко о вере в общине. Мамаш немножко увлекаются, им дают это, они запоминают сами не уничтожают. И 80% мекаблим лимудей шекер в антимашихим, что есть бетоха телевизия в бетелефоне. И 80% они под влиянием того, что они видят и смотрят в своих мобильных телефонах. И почему бы им не делать то же так, потому что их родители часто показывают им хороший пример, они делают то же самое. Исполнение пророчества о последних днях, оно уже в действии. Потому что они получают обучение не из правильного источника. И если эти молодежь, они не имеют в себе из дому и сами не учат вот это вот базовое, то их очень легко увлечь и увести в сторону. И мы находимся во временном промежутке, когда дьявол научился, как сжигать наше время. Эн шейфот, эн матарот. И добро им коль нуар шелану бакила. Ама шейфот, шеха матарот, эн. Вы, если поспрашиваете молодежь, то вы с ужасом услышите, что вы хотите. Не знаю, куда вы стремитесь. Не знаю. Эн типсул эзэ галка зэ, шелокеху там, эн ему саглян. И многие из них просто сейчас двигаются на той волне, которая ведет их в никуда. Взэ пашут мэудаем. И это просто дело сегодня. И наша битва в этой войне должна быть намного более интенсивной. И некоторые, когда читают о последних днях и буквально читают пророчество, говорят, вот дома будут падать, война, звезды с небес обрушатся. На самом деле, про дьявола написано, что приходит как змей, то есть тихо, незаметно, не надо никакого шума, чтобы ввести в заблуждение. Там воруют твое время, там тебя вводят в заблуждение. Там посылают где-то приятную девушку и все. И человек находится в западне. Когда мы приходим с работы, и когда там дома готовится ужин, мы даем, читаем какие-то места писаний, чтобы воодушевиться. И погружаемся в слово, или у нас есть другой путь, мы приходим с работы, падаем на диван и берем в руки пульт или мобильник и все. И мы говорим, я сейчас отдохну. И все, я утонул в этом гаджете. И я говорю о себе, я не говорю о вас. То есть у меня всегда есть выбор. וכשאני תופס את עצמי שאני מוצא את המנוחה ומרגוע בתוך הדבר הטכנולוגיה הזה. И если я вдруг замечаю за собой, что меня больше влечет отдых в этом гаджете, в этом технологичном каком-то приборе. אז אני משהו בפנים לא נתן את השלום, הרוח קודש אומר לי, חבר, אתה לא בכיוון בכלל. Живущее во мне говорит, нет, ты, парень, не в том направлении идешь, вернись и поступи правильно. Завшали тапес, вылешанут кивун. Можно измениться, а можно остаться с этим мобильником в руках. Эш мацав ютер гороши, квар иштакте та руаха кодыш клуках хазак, самте ло машу бапе, шу иштак, они осе машин цикл. А некоторые из нас доходят до другого состояния в своем пути в никуда. Они настолько заставляли замолчать Дух Святой, что когда они уже просто автоматом игнорируют Писание и игнорируют что-то нормальное,
там внутри уже все молчит. Они даже не чувствуют внутри, что что-то не в порядке. И все хорошо, я сейчас здоровый, все нормально. Главное, чувствовать себя хорошо. А вот когда будет что-то плохо, вот тогда я прибегу быстро и склоню колени, пусть помогает мне, вытаскивая меня моментально. Некоторые так поступают. Нахуй надо чем радикальным, для рот сэрэд за беседер, для рыз бихот ба фейсбук за беседер, И для многих из нас просто погружение в компьютер, в интернет стало настолько обыденностью, что мы другого даже ничего не знаем. Я сейчас вас не пугаю технологией или опасностью технологичных вещей, но я просто хочу, чтобы вы поняли, что есть вещи драгоценные, а есть вещи маловажные. И, к сожалению, многие общины сейчас теряют свою молодежь очень сильно, потому что она увлекается всякой технологией. Но Писание говорит нам, если мы выстоим на истине, если мы сможем стоять на истине, то тогда мы превозможем этот мир, и Бог благословит нас. И да, благословения придут. Так написано в Писании. Но те, кто будут увлечены обольщениями мира, они проиграют битву. Сначала они станут такими мертвяками внутри себя в духовном плане, а потом будет физическое омертвение. А потом уже будет сложно от чего-то хвататься, чтобы изменяться. Я сейчас не перехожу в третье послание Иоанна. Я просто углубляю сейчас в то, о чем он учит нас во втором. И он говорит нам, друзья, поймите, что в мире существует стандарт, данный Богом. И потом в другом месте Писания апостол Павел, Шауль, Рав Шауль говорит, смотрите, к горнему стремитесь, обращайтесь мысленно к небесам. Потому что, когда все вокруг тихо, вроде более-менее благополучно, это очень опасный период в духовном плане. И когда в Откровении написано, что и земля начнет потрясаться, и будут знамения, и всякие страшные вещи на небесах, тогда, безусловно, все будут молиться, потому что будут в страхе, их будут просто трясти. Но по Писанию война началась уже сейчас, и нам очень важно обрести Бога и смотреть на Него, пробуждать в себе веру. И каждый момент времени у нас есть выбор. Я или вверх смотрю, или я смотрю на самого себя. И пускай, и Бог хочет, чтобы мы могли избирать каждый момент времени правильное направление. И я, когда вот я объяснял вопрос, что есть кигила, община, давайте будем вкладываться в то, чтобы у нас была общинная жизнь. И будем ценить то, что есть у нас. Потому что в один день этого может и не быть. И если будет все очень плохо, то это место вдруг превращается в духовное убежище. И как сказано, стойте на написанном. Обращайте внимание на своих детей, что происходит вокруг вас. И это то, что я увидел в послании Иоанна, то, чтобы передать нам. Что значит есть община, что такое есть истина, что такое, заповедь и что такое любовь. Окей, на этом я хочу закончить. Спасибо, Женя.